Алена, вот этот плед всегда пользовался колоссальной популярностью среди наших телезрителей, но сегодня особенный день. Сегодня появились новые цвета, новые фактуры. Представь, пожалуйста, нам изобилие цветовой палитры. Давайте разбираться. Всего в пледе «Русский мех» у нас представлено 9 цветов. 9 цветов. Давайте 9. Разбираться с нашими цветами. Начнем, наверное, с кровати, да? Давай. Потому что здесь у нас самые красивые, самые акцентные цвета. Я думаю, они будут хитами продаж. Первый цвет замечательный, глубокий. Это фиолетовый цвет. Обратите внимание, у него фактура горизонтальная полоска. То есть имитация выстриженного меха. Очень красивая фактура. Как будто бы это натуральный мех, выстрижен в горизонтальную полоску. Следующий цвет, который мы видим на нашей кровати... Это цвет салатовый. Посмотрите, пожалуйста, как раз сейчас мы смотрим на него сверху. Замечательный цвет, очень свежий. Мятная тональность, очень освежающая, очень глубокая, очень нежная. То есть здесь тоже горизонтальная строчка, имитация горизонтально выстриженного меха. Следующий цвет, который лежит на нашей кровати, это шоколадный молочный цвет. Ну, цвет говорит сам за себя. Да, очень вкусный цвет. Очень глубокий, очень насыщенный цвет. Дизайн, рисунок тот же самый, то есть это горизонтальная полоска. Хочу обратить ваше внимание на то, что это разнонаправленный ворс, за счет чего у нас получается некий рисунок на нашем пледе. Следующие цвета. Давайте перейдем на нашу точку. Я надеюсь, что вы все сейчас записываете и фиксируете, потому что если даже вы что-то не усвоили, не запомнили, вы всегда можете прямо сейчас позвонить в колл-центр, вам еще раз повторят, какие фактуры есть в наличии, какие цвета доступны сегодня. Следующий цвет, Олечка, это синий цвет. Обратите внимание, он неоднородный. Он немного разбавлен бежевым цветом, и здесь другой рисунок, здесь роза. Под ним находится желтый цвет, очень насыщенный, очень с таким легким оранжевым оттенком, очень теплый, солнечный, радостный. Рисунок здесь тоже горизонтальная полосочка. Следующий цвет. Следующий цвет, который красивый. Мы видим под желтым, это коричневый цвет, очень похож на каракуль, да, Оль, согласись, то есть есть такое ощущение, переход тона неоднородный и тоже контрастная круглая роза. Мне нравится цветочный принт, знаешь, вот очень интересно, ты мне сейчас все расскажешь, мне прямо интересно. Дальше у нас тоже фактура полоски, правильно я тебя понимаю? Да, это и полоски. Цвет называется серый, да? Цвет называется серый, действительно, но это темно-серый, обратите внимание, он практически сизый, особенно в полосках у нас серый переходит в очень-очень темный оттенок. Это цвета, которые представлены на стоечке. И еще два цвета. Слушай, какая интересная фактура. Как она называется? Эта фактура, ну, я думаю, что это имитация анималистичного принта, который похож на шкуру животного, там, на тот же крупноформатный каракули. И рядом с ним находится бежевый. Бежевый и белый. Почему-то именно так. Вот, ну, белоснежный, да. Так видят дизайнеры. Да, абсолютно верно. Итак, друзья, давайте сейчас еще раз обратим внимание на белый цвет, посветлее. Вот это белый цвет, анималистичный принт. А то, что потемнее, это бежевый цвет, также анималистичный, как будто шкура настоящего медведя, но очень приятная по тактильным ощущениям. 1999 рублей. Сегодня стоит наш русский мех, представленный и в разнообразных оттенках, Алена, и в интересном, очень фактурном исполнении. Расскажи, пожалуйста, меня интересует, как, вот в примере фиолетового цвета, вот как возникают такие ворсинки на нашем пледе? Смотри, одни в одну сторону смотрят, другие в другую сторону смотрят. Вот это вот как раз прелесть искусственного меха. В отличие от натурального меха, на искусственном мехе возможно воплощать самые невероятные мечты и задумки наших дизайнеров. Вот такой рельеф на искусственном мехе получается за счет того, Оль, что ворс выткан в разном направлении. Вот посмотрите, эти ворсинки вытканы в этом направлении к серединке, а здесь ворсинки вытканы в другом направлении. И за счет этого мы посередине получаем, во-первых, более темную полосу, да, как контрастную, ну а во-вторых, имитацию выстриженного меха. Слушай, скажи, пожалуйста, а вот когда мы будем стирать, когда мы будем часто использовать наш мех, не будет ли он топорщиться и не будут ли вот эти направленности использоваться?
испорчены. Нет, вот смотрите, я специально вооружилась расческой, щеткой. Здесь очень грубый ворс натуральный, ну, все женщины знают, что это такое. Я сейчас буду имитировать истирание нашего пледа. Посмотрите, пожалуйста, я тру во все стороны, очень активно. Я его причесываю, да? Я и вверх, и вниз. То есть мы сейчас имитируем то, как мы пользуемся этим пледом. Сидим на нем, крутимся, вертимся, стирка, все что угодно. Посмотрите, полосочки, рельеф остается на месте. Ворс выткан, каждый в свою сторону. Такой укладки каждая женщина бы позавидовала. Посмотри, идеально, но ничем не испортить. 1999 рублей за практичное предложение, которое невозможно испортить. Посмотрите, это фактурная направленность наших ворсинок, которые добавляют определенный блеск, определенную роскошь вашему интерьеру. А я вообще бы это предложение назвала следующим образом. Уютный друг в вашем доме. Согласна? Очень уютно смотрится. Оля, очень согласна. Более того, я рада тому, что я сейчас рассказываю вам про плед «Русский мех». Объясню, почему. Потому что мех, на самом деле, в нашем интерьере достаточно редкий гость почему-то. То есть мы прекрасно представляем его на себе. Например, шапки, шубы, манто и так далее. Да? То есть каждая женщина украшает себя и хочет украсить себя чем-то меховым и уютным. Но на самом деле для нашего дома мех – это такой же полноправный предмет интерьера, как и в гардеробе. Поэтому будьте смелее, решитесь на эту покупку. Это мы не зря заговорили про акцент в вашем доме. Это будет очень мягкий и уютный акцент в вашем доме. Окружайте себя изысканным мехом. Сегодня это предложение называется «Русский мех». Плед, который когда-то был представлен на нашем телеканале и продавался очень-очень успешно. Сегодня этот плед вновь по многочисленным просьбам появляется в эфире, но теперь совершенно в новых оттенках, совершенно новых фактурах. Кстати, обращаем внимание, Аленочка, то, что с другой стороны другой, да, наш плед? С другой стороны тоже мех, поэтому наше покрывало фактически двухстороннее. Если захотите укрыться, внутри тоже будет уютно и тепло. Кстати, где можно использовать это покрывало? Вы можете украсить им свою кровать, потому что у него замечательный, очень роскошный размер. 2,20 на 2,40, даже на самую большую кровать. Идеально будет его использовать как плед для компании. Да? Представьте, вы со своей половинкой, с вашими детьми вечером на веранде, на качелях, все укрылись одним пледом. Уют, красота и любовь. Так мы сейчас прямо это и сделаем. Укутаемся целой большой компанией. Ты знаешь, вот когда действительно мы вот на даче, мы всегда с пледами выходим на улицу, чтобы попить чаю на улице, я все время за детей переживаю. Вот я всегда им предлагаю, так, иди сюда, ты замерз или нет? Ну-ка, дай я тебя укутаю. А вот теперь можно сделать следующим образом. Смотри. Укутывайся. Укутаться самой. Это практически манто. То есть, если вы захотите в него укутаться... Это семейный плед. Посмотрите, мы вдвоем здесь спокойно помещаемся. И место еще остается. Да, сплочайтесь воедино. Это так здорово, это сплочает. Целой семьей можно укутаться в этот большой размер. 220 на 240 сантиметров. Еще раз напомню, что это хитовое предложение на нашем телеканале. Сегодня доступно в новых исполнениях, в новых цветах. Украшайте свой интерьер, добавьте в том числе яркий оттенок своему интерьеру. Слушай, скажи, пожалуйста, как нашим телезрителям определиться с цветом? Это самое сложное. Вот как вот вообразить, какой цвет больше всего подойдет в наш интерьер? Давайте разбираться с цветами. Сначала вы должны определиться, хотите ли вы, чтобы ваше покрывало было главным акцентом в вашем доме, или чтобы оно было базовым элементом. Базовый элемент – это то, что поддерживает общий дизайн. Если яркое, то вот эти цвета берете. Если базовый элемент, берете более спокойный. Бежевый, серый, коричневый и белый. Выбирайте свой неповторимый цвет, свою неповторимую фактуру и звоните в колл-центр, пока русский мех доступен для продажи.